Обычно мы поедем уже раз на дома, поскольку сегодня такой день, месяц, и до сих пор. Намасте, Нарасимха Рая. Намасте, Нарасимха Рая. Намасте, Нарасимха Рая. Намасте, Нарасимха Рая. Таханака. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Да, много, конечно, праздников большие. День рождения.
Шрила Прабхупады. Говорится, что есть три основные формы Господа, которым мы начинаем поклоняться. Это Кришна, это Рама, Индасимха. Что интересно, перечисляются разные аватары Бхагаватам. Среди них перечисляются и Валара, и Господь Тамачандра, Господь Расимхадева. Говорится, что Господь Кришна, он своим рукавом. Он изначально Кришна Бога. И вот эти трое, эти три Господа, Господь Кришна, Господь Рама, Господь Расимха, Господь Параваска, то есть три основные формы Господа, которые Вайшнава поклоняются. Мы Господу Расимхадеву поклоняемся тоже неспроста. Что Прабхупада научил преданных поклоняться Господу Расимхадеву тоже неспроста. В общем, в ведической традиции, для того, чтобы устранять препятствия на пути нашей жизни, даже в духовной жизни, часто верующие люди поклоняются Ганапати, конечно. Но Санатана Госвами, он говорит, что, Харибхактивадаса говорит, что Нарасимхадева, он устраняет также все препятствия на нашем пути. Поэтому это такая основная функция Господа Нарасимхадева, устранять препятствия с пути преданных. Поэтому поклоняйтесь Господу на Симхатеве не только о физической защите. Вот, Господи, спаси меня. Вот обычно в преданных физических ситуациях обращается к Господу на Симхатеве, и да, это его функция, так сказать, защищается от преданных. Он к этому пришел. Вот. И видно ли наши, то есть видно, значит, препятствия какие-то, видно, что, значит, устранять. Вот это Господь если хотел заботиться о том, чтобы выпустили. И на самом деле вот сегодняшний фестиваль, сегодняшний праздник, он очень важен, и я в связи с этим хотел прочитать несколько стихов из Шримад Бхагаватам, посвященных фестивалям, особенно связанным с поклонением Божества. Это 11-я песня Кришна Бхагаватам, 27-я глава, это наставление Удаве. Господь Кришна дает наставление своему очень близкому слуге и другу Шри Удаве. Я просто несколько стихов прочитаю, вообще перевод. Шри Удава сказал: «Мой дорогой Господь, о владыка преданных, пожалуйста, объясни мне предписанный метод поклонения Тебе в форме Божества. Каковы качества преданных, которые поклоняются Божеству, на какой основе устанавливается такое поклонение, каков его особый метод? Говорится, что форма Божества проявляется в 8 разновидностях – в камне, дереве, металле, земле, рисунке, песке, уме и драгоценных камнях». То есть это разные формы Господа. Господь может приходить. То есть Божества бывают не только такие, какие мы обычно знаем. Из там, колокольного сплава там, специального. Не колокольного, а аж-то даже там какой-то есть. Из 8 разных металлов Божества отливают. Или сделаны из камня, они могут быть разных, званий из разных материалов. И вот здесь говорится, что форма Божества является 8 разновидностях. В камне, в дереве, в металле, в земле, в рисунке. То есть Господа можно нарисовать, напечатать, в принципе. В песке, уме и драгоценных камнях. Господа можно представить себе. То есть, если у нас нет соображения, нужно предложить какой-то, Богу предложить Господу, да, нужно просад. И у нас вдруг не оказалось изображения себя, можно просто закрыть глаза и представить себе, пусть не так врачам нужны, или что-то симпатело, какое-то божество. Представить себе в уме его и предложить ему, там, как мы предлагаем, положить на поднос, там, Богу, предлагаем ряженку
из магазина. Бывает ситуации физически такие сложные. Да, мы не можем по всем правилам привыкать. Мы можем представить у меня и таким образом предложить, это будет тоже просто прочитать мантру. Форма Господа, которая дает прибежище всем живым существам, может быть установлена двумя способами. Временно и постоянно. Но Господь, будучи призван в форму постоянного божества, уже не может быть отозван из нее, мой дорогой Удава. Меня хорошо слышно? То есть я не слышу почти. Все слышали меня? Да, хорошо. Хорошо. Божество, установленное временно по мере необходимости, может быть призвано и отозвано, но оба эти ритуала всегда должны проводиться, когда божество стоит на земле. Божества следует омывать водой, кроме сделанных из... Божества следует омывать водой, кроме сделанных из глины или нарисованных на дереве. В этом случае проводится очищение без воды. Вот как раз в связи с нашим Нарасимхадевом, я помню, Рахисута Прабху приехал, ну, уже через год после установления Витайкута Чандры. В течение года мы пополнялись Витайкута Чандры в храме. И затем приезжает Рахисута Прабху, и я тогда, я не помню, по-моему, там был только старший Пуджай. В общем, я был Пуджай, он меня позвал к себе в комнату, и я пришел к нему, поклонился, стою, и он такой кивает головой куда-то мне за спину, и говорит, ну как тебе нравится, посмотри. А я оборачиваюсь и смотрю, стоит Нарасимхадева вот этот, он его привез из Германии, по-моему, да. Вот. Я посмотрел. Ну, он сказал, подойди, посмотри, я посмотрел, подошел, встал, посмотрел, перевернул, и мне, честно говоря, не очень понравилось. Вот. Но я сказал ему, конечно же, мне нравится. Вот. У меня были тогда такие представления, что божество должно быть, вот, знаете, как там, в Южной Индии, такие сделанные из мрамора, из черного, или из белого, или из металла, такой основательный. А я увидел, что Нарасимхадева сделано просто из гипса. Его сделали в Германии преданные. Они его делают по образу Нарасимхадева из Наваджрета Нарасимхакшетры. Есть такое место в лесах Баварии, там есть Зальцбург. Вот. В Германии есть храм. И там в 80-м году преданные установили большое божество, каменное божество Нарасимхадева, Пуши Прахлад Нарасимхадева. Вот именно по этому образу точная копия сделала наш Нарасимхадев. Вот. Но потом я узнал, что божества вполне авторитетной формы божеств делаются из глины, из земли. То есть это авторитетная форма. И также можно поклоняться, но их единственное, их нельзя совершать абишеку, то есть их нельзя купать, нельзя омывать жидкостями. И только один раз мы это сделали, Рахисута Прабху сделал это во время установления, первого установления божеств. Во время установления божеств была первая и последняя фишека этого божества. Вернее, не последняя, а мы прям буквально его вливали. Но вообще это делается обычно через зеркало. Даже вот с такими божествами, как Нарасимхадева, это делается через зеркало. Ладно, если не так. И на следующий день, по-моему, мы его установили уже. Ну, привез, что давайте установим, мы установили. Так, еще один текст. Даже очень богатые приношения не удовлетворяют меня, если они предложены без преданности. Но я доволен любым, даже незначительным подношением, сделанным с любовью и преданностью. Больше всего я доволен, когда с любовью предлагается ароматное масло, благовония, цветы и изысканная пища. Воспевая вместе с другими, танцуя, разыгрывая мои трансцендентные игры и слушая, пересказывая истории обо мне, нужно на некоторое время погрузиться в такой праздник. Преданный должен как можно лучше установить мое божество в добротно построенном храме. Вокруг храма следует разбить сад, чтобы обеспечить цветами регулярное повседневное поклонение. Также проводить особые шествия, божества и праздники. Тот, кто предлагает божеству в дар землю, места торговли, города и деревни, с тем, чтобы ежедневное поклонение могло проводиться постоянно, обретет богатство, равное моему.
Устанавливая божество, человек становится царем всей земли, построив храм Господа, правителем трех миров. Поклоняясь и служа божеству, он отправляется на планету Брахма, а совершая все эти три вида деятельности, обретает трансцендентную форму, подобную моей. Вы представляете? Но тот, кто... И дальше Господь говорит. Но тот, кто просто занимается преданным служением, не рассчитывая на плоды, достигает меня. Так тот, кто поклоняется мне в соответствии с процессом, который я описал в конце концов, обретет чистое преданное служение мне. В конце концов, обретет чистое преданное служение мне. Итак, мы можем обрести эти блага, если человек делает это для того, чтобы порадовать меня. Простите. То есть, если человек делает это для того, чтобы порадовать меня, то обретает меня. Мой дорогой Удава, человек может очиститься, отказавшись от ложной гордости и престижа, и преданно занимаясь следующей деятельностью. Если он смотрит, прикасается, поклоняется, служит, предлагает прославляющие молитвы и поклоны моей форме божества и моему чистому преданному. Развивать мои трансцендентные качества и деяния, слушать с любовью и верой описание моей славы и постоянно медитировать на меня. Предлагать мне все приобретенное, целиком отдавать себя мне, считая себя моим вечным слугой. То есть, если человек все это делает, то может очиститься. Это старый перевод еще, нет нового перевода. Он должен всегда обсуждать мои явления и деяния и наслаждаться праздниками, прославляющими мои игры, такие как джармаштами, пением, танцами, игрой на музыкальных инструментах, обсуждением меня с другими вайшнавами. Он должен участвовать в праздниках и церемониях в моем храме. Совершать паломничество, делать подношения. Он должен также соблюдать религиозные обеты, такие как экадыши, соблюдать процедуры, описанные в ведах, панчаратре и других тантрах. С верой и любовью поддерживать поклонение моему установленному божеству и индивидуально или совместно с другими трудиться над возведением храмов и поселений, цветочных и плодовых садов и особых мест для прославления моих игр. Без двуличия считать себя моим смиренным слугой и помогать убирать храм, который является моим домом. Сначала гометя отовсюду пыль, а затем тщательно вымыв все с водой и коровьим навозом. После того, как храм высохнет, нужно брызгать его ароматической водой и украсить мандалами. Действуя как мой слуга, преданный никогда не должен афишировать свое преданное служение, чтобы оно не стало причиной гордыни. Никогда не нужно использовать светильники, предложенные мне в иных целях просто ради освещения, не нужно предлагать мне то, что уже было предложено или использовалось другими. Все, что есть желанного и самого дорогого в этом материальном мире, преданный должен предлагать мне. Такие подношения делают его достойным вечной жизни. Все Прабхупада комментирует здесь. Не буду весь комментарий читать, просто часть кусочек. По мере возможности по всему миру нужно проводить большие фестивали, чтобы люди постепенно смогли понять, как сделать свою человеческую жизнь совершенной. Слова Мамарчиста Панешрадха в этом стихе очень важны. Кришна провозглашает здесь, что у человека должна быть вера в поклонение его божеству, поскольку в божестве присутствует сам Господь. Слова «Удьяна Паванакхрида Гурам Мандира Хармани» указывают на то, что следует прилагать серьезные усилия для возведения прекрасных храмов и вайшнавских городов с роскошными парками, садами и цветниками. Тут надо учитывать, конечно же, наши также обстоятельства, хотя это наставление напрямую к нам относится. Если у нас есть возможность, как Сарасвати Такур, вот сам Сарасвати Такур говорил, что если у человека есть возможность проводить фестиваль для удовлетворения Господа и преданных, но он этого не делает, то это оскорбление. То есть, да, если у нас есть возможность, скажем, служить Божеству, но мы этого не делаем, то это оскорбление. Хотя служить, Рупа Госвами говорит, что служение также должно быть посредством, то есть в зависимости от возможности преданного. И Сарасвати Такур также
объясняет, что у фестивалей, таких вайшнавских фестивалей, как вот этот фестиваль, есть 5 целей. Вот. Во-первых, фестиваль дает возможность общаться с преданными, это, во-первых. Во-вторых, он дает возможность испытать вкус святого имени. Порой мы живем просто в нашей своей, так сказать, жизни, да, и часто в силу общения, соприкосновения с материальными, с какими-то материальными вещами, с материальной энергией, мы обуславливаемся. И вот такие фестивали нужны время от времени, потому что они нас встретят, вот, и когда мы собираемся с преданными, мы поем святое имя, это дает нам вкус к святому имени. Его очень сложно обрести, если мы одни. Нужно его уже иметь очень большой вкус, чтобы просто заниматься уединенной бажаной. Для того, чтобы этот вкус пришел, нужно общение с преданными. Особенно с теми, у кого он есть. Вот, это вторая цель. Также освободить людей от материальных каких-то привязанностей. То есть просто общение, само по себе общение с преданными, просто участие в киртане, созерцание божеств, оно освобождает невольно от материальной привязанности. Ну, как Бхагавата говорит, это наше ложное эго, оно удобно переваренной пищи, оно растворяется. Мы сами этого не замечаем. Мы там думаем, как избавиться от моих привязанностей, я настолько обусловлен. Все мы, к сожалению, обусловлены. Поэтому дается Господом преданными, великим преданными дается вот этот ценный процесс. Этот процесс сам по себе, он очищает сердце. Нужно просто в нем участвовать. Также фестивали дают возможность всем совершать служение Господом, служение вайшнавам, гуру. И фестивали – это возможность проявить сострадание другим. Потому что если человек приходит на фестиваль, допустим, там проводится ради удовлетворения Господа, ради удовлетворения божеств, то у людей появляется возможность служить Господу, и таким образом это сострадание. То есть сострадание – это не просто поплакаться, там, пожалеть человека. Это дает ему возможность совершить какое-то служение. Ну, там, допустим, во время шествия Радхаятры, когда у людей появляется возможность взяться за веревку и провести колесницу. И это проявление сострадания, потому что эти люди получают огромное благо. Вот. Даже пусть это Агьяна Сукрити, они, может быть, неосознанно это делают, но тем не менее это очень большой шаг. Это очень большой результат. Вот. Поэтому такие фестивали, такие праздники, даже вот воскресные программы, это тоже маленький фестиваль. И те, кто проводит этот фестиваль, это люди, которые состраданием проявляют, те, кто организует, допустим, воскресную программу, это люди, которые проявляют состраданием. Это большое служение, и оно очень ценится Господом. Те, кто готовит просад, раздают его, те, кто организует, просто договаривается с залом, те, кто убирает, моет пол и так далее. То есть это очень, очень ценное служение. И раз мы рассказывали на Симхадеве, на самом деле, как говорится в Бхагавад-гите, трое врат ведут в ад, живое существо. Это какие? Да. Вот. Но самое интересное, что у Господа тоже есть жадность. Если бы у Господа не было жадности, ее бы не было у нас. И эта жадность, она, как Бхагавад-гита Махараджа в своей книге, он описывает, в одной своей книге он описывает вот эту эволюцию жадности Господа. То есть у Господа были неудовлетворенные желания, и поэтому он приходил вновь и вновь. И то же самое относится к Господу Нарасимхадеву. Но если начать раньше немножко, то Господь Вишну, у Господа Вишну было неудовлетворенное желание. А у Господа есть, как мы знаем, у него есть 6 достояний.
ощупаясь самого себя. Ты помнишь? То есть это он преисполнен богатства, преисполнен силы, да? А знания, красоты, отречения, что-то еще такое, слава. Вот. И поскольку Господь преисполнен силы, у него появляется очень большое желание с кем-то сразиться. Так же, как у нас может появиться такое желание. Господу захотелось посражаться, но у него не было. И, соответственно, для Господа должен быть какой-то соразмерный противник. То есть с кем он мог бы помериться силой, ему не было бы скучно. Вот. И поэтому его преданные пришли, сколько раз, 3 раза. Джай и Джай согласились стать этими противниками его, они приходили 3 раза. Приходили как? Кто? Хираньякша, Хираньякашипу, потом Рамана, Кумбакарна, Шипала, Кумбакарна. Вот. То есть Господь, он очень хотел удовлетворить эту свою потребность сражаться. И когда Господь, когда Господь пришел как Нарасимхадева, вот эта история, да, может быть, вкратце расскажу эту историю про Прохлада Махараджа. Прохлада Махараджа был четвертым ребенком в семье Хираньякашипу. Хираньякашипу это был один из этих джая и биджая. Хираньякашипу был старшим братом. Хираньякши. И когда Хираньякашипу пошел совершать аскезу, он совершал очень долгое время медитации, чтобы получить благословение. Когда пришел, я буду кратко рассказывать, когда его тело уже истлело из-за этой аскезы, съели его мураги, Брахма пришел и дал ему новое тело, обрызгнул его своей мандалой водой. И он снова восстановился, полное восстановление организма произошло. И он попросил мне благословения. Он сказал, пожалуйста, сделай меня бессмертным. Брама сказал, я сам не бессмертный, как я тебе сделаю бессмертным? Что, как ты можешь такое просить? И тогда Хираньякашипу он был хитрым, он подобным был хорошим логиком. И он сказал, ну хорошо. Тогда сделай так, чтобы меня не убили. И он перечислил. Не убили ни на земле, ни в небе, ни днем, ни ночью, ни в доме, ни снаружи, ни в один из 12 месяцев, никакое, ни мертвое, ни живое, никаким оружием, ни человек, ни животное. То есть, хороший разум, да, у него не сообразил, что попросить. Ну, представьте себе ситуацию, как вот можно создать ситуацию, чтобы умереть. Я не знаю, там, может быть, еще просил что-то, я, может быть, забыл. Но он себя застраховал, у него была полная каска. Со всеми допами. В любой ситуации он мог выкрутиться. Выйти выигрышем, оказаться выигрышем. И там история продолжается. Прохлад Махарадж. Да, и Нарасимхадева, он... Хираньякашипу, он отдал Прохлад Махараджа в школу учиться. В Шанди и Амарке. А я, кстати, сейчас вам загадаю загадку. Тот, кто гадает, получит двойную порцию.
Так. Вопрос. Достиг из Шримад-Бхагавата. Душа – живое существо, никогда не умирает. Она вечна и неистощима. Она не оскорблена материей и может отправиться в любую часть материального или духовного мира. Душа обладает совершенным знанием и полностью отлична от материального тела. Но когда она, злоупотребив своей ничтожной независимостью, встает на неверный путь, ей приходится получать тонкие и грубые тела, создаваемые материальной энергией, и испытывать в материальном мире так называемое счастье и горе. Поэтому не надо скорбеть о том, что душа покинула тело. Так, вопрос. Ну, кроме Сангирна Прабху, кроме Мадхангапала, все могут отвечать. Кому принадлежат эти слова? Ну, такие тоже там, я забыл их перечислить. Ну, хорошо, Виталикову. Приз получаю от Ами. Ладно, я к чему это все цитирую? Хирани Кашипу, да, это его слова, и там еще несколько стихов, которые, ну, читая, которые подумаешь, ну, великая душа. Ну, Хирани Кашипу действительно был великой душой, потому что он был честным преданным, просто играл эту роль. Однако все же мораль в том, что Шрила Прабхупада говорит, Хирани Кашипу был очень образованным. Образованным в том, в каком смысле? Не в том смысле, что он там имел 4 высших образования, нет. Он очень хорошо знал веды. То есть он изучал, методично изучал веды, он был таким великим ученым, известным среди многих ученых своего времени, вот. И он цитировал веды постоянно, и он отдал своего сына Прохладу в школу, чтобы тот тоже изучал веды. То есть, ну, смысл в том, что иногда даже среди преданных мы приравниваем веды, ну, отождествляем веды и бхакти. Это не одно и то же. Хотя мы должны почитать веды, но тем не менее веды, они предназначены для всех категорий людей. И отнюдь не все, что в ведах, подходит для преданных, для вайшнавов. Но Прабхупада говорит, что при этом Хирани Кашипу, несмотря на то, что он знал веды, он был демоном. То есть он демон в том смысле, что он враждебно относился к Господу. И он терпеть не мог вообще никаких упоминаний о Господе. Я не знаю, как у него это получалось, изучая веды, но так или иначе, это возможно. Что веды написаны таким языком, что их можно трактовать по-разному. Особенно панишады, эти изначальные веды. То есть можно их имперсонально толковать. Тем не менее, Хирани Кашипу знал о душе, знал о карме, то есть знал о том, что существует круговорот рождения и смерти. И вот этот стих он признает, чтобы успокоить свою мать и своих родственников, которые скорбели о утрате Хираньякши. Как известно, Варахадев убил Хираньякшу, и вот Хирани Кашипу использовал философию веды, чтобы успокоить своих родственников. Вот. И история продолжается. Прохлад был четвертым сыном, и Хирани Кашипу дал в школу Кшанди Марки. Шанда значит буйвол. Тот, кто ест разную траву, но при этом говорится, что навоз буйвол, он бесполезен. То есть некая аллегория, что всему тому, чему учил Шанда, было бесполезно. Вот. И Амарка значит слепой, то есть не обладающий видением, пониманием. Они были сыновьями Шукрачари, и Шукрачари отправился совершать заниматься какой-то миссионерской деятельностью, отправился в какой-то тур, вот, и оставил Шанду и Амарку учителями над Прохладой. И они учили его всевозможным вещам, ну, тому, что хотел Хирани Кашипу от своего сына. Чему он хотел, чтобы, чему, да, научить, что,
чему он должен был научиться его сын. И, соответственно, это что? Это тому, как там разные политики, там, всевозможным политическим трюкам, как завоевывать друзей и как уничтожать своих врагов. То есть это тоже описано Ведах на самом деле. И Шанда и Марка, они учили Прохлада, соответственно. Мы знаем, что когда Хираньяка-шипу совершал аскезу полугодия, вторглись, значит, во дворец Хираньяка-шипу и разбили там его, захватили, в общем, его царство и захватили его жену. Украли его жену, они хотели его убить, но народ ему не защитил ее, сказал, что нет, она носит чистого преданного в своем чреве, и поэтому вы не должны этого делать. Они думали, что родится тоже великий демон, зачем? Лучше это предупредить как-то. И народ защитил ее, и, соответственно, у него была жесткая садхана, регулярные лекции по Шримад-Бхагаватам, и она должна была присутствовать на них. Но ей было тяжело все это слушать, и поэтому она, хотя она слушала это, но она ничего не запомнила. Но Прохлад, он запомнил. И говорит, что на определенном сроке жизни даже не родившийся младенец, он воспринимает то, что происходит снаружи, то есть у него есть некое, у него есть сознание. Поэтому, допустим, беременная мама, она может неблагоприятно слушать Бхагаватам, слушать киртаны, посещать киртаны, то есть это хорошо. Особенно если ребенок великая душа, благодарен этому, за это. И так произошло с Прохладом. Он усвоил это знание, и поэтому, когда он родился, у него уже было это в крови, так сказать. То есть он уже был чистым преданным. Соответственно, когда Хираньяка-шипу первый раз меня спросил, ну что, чему же ты, дорогой мой сынок, научился в школе? И Прохлад ему выдал. Шраманом, киртаном, вишнусмараном, арчаном, тайсен сакином, маниведаном, падасеваном. Вот. То есть он перечислил ему, что нужно слушать Господи, повторять его имена, медитировать на него, повторять его славу, он служить его отцам и стопам. Хираньяка-шипу, он оторопел, он шансом не мог поверить, глазам поверить не мог сказать, да, что такое происходит с моим сыном, где он этому набрался. И он вызвал Шанду и Амарху. Или нет? Он, по-моему, во второй раз их вызвал. В первый раз он, в общем, рассердился на него, но подумал, что что-то такое непонятно, откуда он набрался этого, странно. Ну, он отдал его снова на обучение второй раз Шанде и Амарке. Вот, и когда прошел какое-то время, через там, несколько месяцев, вот он снова его вызывает, и снова Прохлад Махарадж ему начинает объяснять, что ты вот тут дорогой мой. Он даже не сказал, он сказал, дорогой, величайший демон, сказал. Ты запутался в семье, в колодце, провалился в колодец, в темный колодец материального существования. Ты думаешь, ты надеешься на то, что те вещи, которые тебя окружают, твоя жизнь, тебя сделают счастливым, твоя семейная жизнь сделает тебя счастливым. Ты гонишься за тем, что никогда не принесет тебе удовлетворения. Поэтому ты должен, дорогой отец, отправиться в лес и посвятить свою жизнь Господу Хари. И также принять духовную истину, духовного учителя. И на этот раз, конечно, Хираньяка-шипу просто вне себя, от негодования, от ярости. Он вызвал себе Шанду и Амарку, он готов был их убить, уничтожить. Сказал, чему вы научили моего ребенка? Вы испортили его сознание, помыли ему мозги. Они сказали, нет, мы никогда ничего подобного ему не говорили, что ты, он откуда-то набрался. Подумали, что кто-то проник, скорее всего, в какой-то враг проник на нашу территорию и внедрил это в сознание этого ребенка.
Вот. И Кшанда и Марка как-то уговорили его, хотя нет, во второй раз он пытался убить его, Прохлад. Он сказал, что ты Прохлад, ты подобен. Как он сказал, ты подобен. Сандалама, короче. Да, сандаловому дереву, из которого делается рукоятка для топора, которым будет срублена наша династия под корень. Ты, как бы, он просто, ну, он сказал, что ты бесполезный сын, ты никуда не годишься, ты должен умереть. А свой собственный родной отец попытался убить своего сына, но у него рука не поднялась. Он чувствовал, что ему что-то мешает, и поэтому он приказал своим слугам уничтожить его. Ну и там перечисляется, как разными способами пытались убить Прохлада, и мы пытались подбросить яд, поить его ядом, траву на пищу ему дать. И он просто предложил Господу с пищей. Просто в уме предложил Господу, и Господь принял ее, и этот яд нейтрализовался, Прохлад съел и остался невредимым. Его кидали под ноги слонам, но слонов било током, как говорится. Они не могли бежать, Прохлада их било током. Его бросали свирепым львам в клетку. Вот. Но львы подходили, обнюхивали Прохлада и начинали урчать, пить. Знаете, как коты. То есть они не испытывали к нему агрессии. Облизывали его. Ну, тогда его бросали, там, скажи, в океан, но Господь его подхватывал. То есть Господь его всячески защищал. Вот. И они все не понимали, что происходит. То есть какая-то сила защищает его. И Хиранья Кашипу начал уже его бояться. В конце концов, Шанда и Марк, они уговорили его, ну давай, Бог Троицу любит, давай уж третий раз мы попытаемся обработать его как следует. Выйдем всю эту дурь из его головы. И они начали, ну, учить его снова вот этим всем премудростям демоническим. Вот. И как-то раз, прошло какое-то время, Прохлад, он при этом был очень взрослый, все это принимал. И он не пытался, знаете, возражать, знаете, как иногда даже преданный там. То есть он не пытался там своему отцу там, роптать как-то или перечь своему отцу, или там кричать, грызаться на него, ах, ты демон, корми ты поганый, ненавижу тебя. То есть он такого не поступал, так он смиренно все очень принимал, он был послушным при этом. И это из качества преданных, на самом деле. То есть это, иногда нам сложно, когда даже на уровне преданности, да, то есть человек, он не может, ну как, на раздражитель обычно мы реагируем соответствующим образом. То есть если нас кто-то обижает, мы начинаем оправдываться, там, огрызаться тоже. Ну, обычно у преданных потом сразу совесть начинается. Включается, и они понимают, что они что-то неправильно поступили как-то. Вот. Но настоящий преданный, он обычно как-то безропотно это все принимает и не отвечает агрессии на агрессию. Он Прохлад был таким. То есть он испытывал внутреннее спокойствие, внутреннюю защиту, удовлетворение. И не был таким агрессивным, и он был настоящим преданным. И в конце концов, да, его снова отдали, его начали учить. И как-то они сделали его старостой, то есть Шанда и Марк, они сделали его старостой класса и сказали, вот сейчас мы уйдем, а ты отвечаешь за класс, будешь старшим, следи, чтобы был порядок. Вот. И как только они ушли, естественно, мальчики начали баловаться, там, кидаться, бегать. Вот. И Прохлад, значит, он не играл с ними, ну, он как
его сильно не интересовало. Вот. Но и он начал, в общем, проповедовать. Вот. Он говорит, вот вы дети, вы зря тратите свое время. Нужно посвятить свою жизнь Господу. Вот. Уже с молодых детей, вот, прямо с самого раннего возраста. Слушайте Господи, повторяйте его имена, вот, служите ему как-то. И мальчики подходили к нему, и, ну, они кружили его, начали его слушать. И вот один мальчик спросил, ну подожди, мы ведь еще совсем маленькие. Как мы можем так вести себя? И Прохлад говорил, что... И он начал говорить, что жизнь человека в основном состоит сколько там, 100 лет, а жизнь человек живет. В основном 50% своей жизни человек тратит на сон. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот. Представь себе, 50%, да, там 40%. Вот. На сон уходит просто. И причем первые там 15-16 лет, детство там, да, младенчество, то есть это человек просто формируется, он как бы, он только познает мир, он еще ничего не понимает толком, он ничего не может сделать, он просто тоже как бы просто существует и как-то пытается развиваться. И соответственно последние там сколько, 20 лет, там, от 80 до 100, тоже человек обычно уже из, ну, болезни не дает о себе знать. То есть он уже пытается просто как-то совладать с ними, с разваливающимся телом и так далее. То есть тоже довольно сложно вот, как-то полностью всего себя посвятить преданному служению. То есть, если посмотреть, сколько человек тратит времени в своей жизни, там, а помимо этого еще сколько уходит на еду, на ожидание транспорта, на стояние в пробках сейчас, на сиденье ВКонтакте, в Фейсбуке. То есть, если это все суммировать, получается годы, просто жизни, годы жизни. Если все это отнять, то остается там буквально какие-то несколько лет реального времени, когда, ну, мы можем что-то сделать, такой активной жизни, когда мы можем что-то сделать, сил, здоровья. Вот. И поэтому, понимая это, что это время очень скоротечное и очень мало, нужно посвящать сам, вот, как только человек узнал, нужно сразу посвящать себя кумарам, очередь прогил, он говорил, с кумаром, то есть самых ранних, самых первых лет своей жизни, стараться уже как-то служить Господу. Вот. И он вдохновил очень мальчика, поэтому, ребята, давайте петь киртан, пока не поздно. И они начали строить там киртан. Вот. И они начали петь, хари, хари, хари Кришна, хари Кришна. Ну, видимо, у них там не было шумоизоляции в зале, в классе. И Хирани Шипу услышал, что они там делают. В общем, короче, он нарушил все законы яровой, какие только можно. И тут уже Хирани Кашипу уже рассвирепел, он прибежал и он закричал на Прохладу. А ты, значит, еще и мало того, что ты сам испортишь, ты еще портишь, совращаешь всех этих детей, сыновей демонов. Почему ты так рассвирепел? Кто твой Вишну? Где этот твой Вишну? Что думаешь, он защитит тебя? Прохлад сказал, что он повсюду. Везде, везде, везде. И Крамок сказал, ну хорошо, сейчас посмотрим, как он сможет тебя защитить. И он выхватил свой меч и сказал, ну что, твой Вишну везде, может быть, он в этой колонии тоже? Скажи мне, Прохлад. Он сказал, да, он здесь, уже в этой колонии. Вначале говорят, что в этот момент Нарсимхадева из колонны посмотрел на Прохлада и подмигнул ему, да. Бог, я сейчас сделаю все как надо. Вот.
Хиранья Кашипова, он выхватил свой меч, и он кулаком ударил по этой колонне. Он был очень могущественным. Колонна треснула. В этот момент раздался такой оглушительный гром. И Нарсимхадев в форме получеловека, полулюба, ни животное, ни человек. Он вырвался из этой колонны. И он, говорится, что он был огромным, он, его грива достигала облаков. Вот, и из его гривы просто исходил огонь, электричество. Она была белая, такая слепительная белая. И это был ужасный облик такой, называется угранная симха, мы в гневе, в проявлении гнева Господа. У нас у всех есть гнев, в гневе мы страшны. Но представьте себе совокупный гнев, вот этот, он, это было, этот гнев, если он... источником всего этого нашего гнева является Господь. И представьте себе совокупный гнев в одном месте сосредоточен. Это Хиранья Нарсимхадева. Угра Нарсимхадева. И этот Нарсимхадева, он начал сражаться с Хиранья Кашипу. И он сражался с ним, это было сражение. То есть он Хиранья Кашипу бросался на него. Он пытался сначала разглядеть, понять, кто это вообще такой. Он бросался на него с головой, с мечом. Нарсимхадева играл с ним, как кошка, знаете, бывает, мышку поймает, и она ее так, лапой так чуть-чуть ударит. И мышка еще живая, но убегает от него, она ловит ее снова к себе, потом снова пускает, играет с мышкой. В конце концов, она ее все равно убьет. И Нарсимхадев, он же, по сути дела, кот, он играл с... Хиранья Кашипу с мышкой. И в конце концов, он сделал, он выполнил обещание, он выполнил, вернее, он сдержал слово, сдержал слово Брахмы, сдержал его благословение. И схватил, в конце концов, жесткой хваткой схватил Хиранья Кашипу. Он бросил его себе на колени, не на землю, не в воздухе. И он сел на пороге Творца. А порог считается, не считается еще интерьером, не считается, так сказать, улицей уже. То есть это промежуточное состояние. И далее. А все это происходило в месяц Пурушоттама. Месяц Пурушоттама – это не один из 12 месяцев, это 13 месяц. Вот. Потом Нарсимхадева уже впоследствии скажет Прохладу, что «прости, что я заставил тебя ждать, я не смог сразу прийти». И одна из причин, почему Господь не сразу пришел, он ждал этого месяца просто. Вот. И затем Господь взял его, бросил на колени. А что он сделал? Он разорвал ему брюхо своими ногтями. Что интересно, что ногти, наши ногти, веды говорят, что это и живое, и мертвое одновременно. Потому что они растут, но при этом мы их подстригаем, нам не больно. То есть они мертвые, но при этом они растут. То есть и живое, и мертвое. И вот, не касаясь никакими другими частями тела, ну как бы, чтобы убить Хиранья Кашипу. Нарсимхадева разорвал Хиранья Кашипу только этими ногтями. Да? То есть, таким образом, это происходило еще не ночью, не днем, это происходило как раз в сумерки, поэтому у нас пост до сумерек, когда Нарсимхадева явился. То есть, это не день, не ночь. Вот. Я ничего не забыл сказать, да? Да. Вот таким образом Нарсимхадева сдержал обещание Брахмы. И затем, демоны начали нападать, пытались отомстить за своего господина. Нарсимхадева также просто цок-цок-цок своими ногтями просто их всех уничтожил, кто нападал. И он был в ярости, и никто не мог его успокоить. Говорит, что Нарсимхадев, он явил танец
Тандава, это когда Господь Шива уничтожает этот материальный мир в конце существования. Правая происходит уничтожение мира, Шива начинает танцевать Тандава, вселенная разрушается. И Нарасим Хадев начал танцевать этот танец Тандава, как Господь Шива. Но и никто из полубогов не мог подойти к нему, был настолько страшен. Вот, я помню, как у меня вдруг книги распространялись с ним. Он стоял на столиком, у него значок был, на нем был Нарасим Хадев, в этот угор Нарасим Хадев, знаете, такой, который Джибрани нарисовал, разрывающий тарелька шипу, там кровавленный такой, вот, с кишечником вместо гирлянды. Вот. А Нираша Махараш рассказывал, к нему подошли там какие-то люди, интеллигентного вида, и спросили, вот вы книги распространяете божественные. И вот, это вот ваш Бог, да, показывает вам значок, вы считаете, что Бог может в такой форме прийти? Вот, и Нираша Махараш рассказывал, там как-то одна преданная жила в 73-м году в храме, еще при Шри Прабхупаде. Вот, и потом она, отошла как-то от практики и подала на преданных в суд, что они якобы разрушают семейные отношения. Я не знаю, что случилось с движением, что сейчас все только о семейных отношениях говорят, и все семинары про семейные отношения. Вот. Раньше, представьте себе, преданных обвиняли в том, что мы разрушаем семейные отношения. Вот. Я думаю, сейчас сложно будет в этом обвинить. Было целое такое судебное разбирательство, значит, вызвали преданных в суд. Там был, значит, обвинитель, и он выступал перед присяжными. Там, значит, всякие домохозяйки сидели, эти американские. И, значит, они, соответственно, обсуждали, решали, вернее, что там, какой вердикт вынести. И перед ними, как шоу, был этот спектакль разыгран, чтобы, естественно, сыграло это все против преданных, вот, потому что это бывшая преданная, она обвинила в том, что ее отношения с родителями, и ее как-то провоцировали на разрушение этих отношений. И судья, он воспользовался одним приемом, то есть он взял одну улику, он принес в суд, эту картину, которая была нарисована Джидурани, где Нарасима Хадева, вот угра Нарасима, разрывает Хирани Кашипу на своих коленях, а Прохлада рядом с гирляндой ждет, когда его папа подохнет, а ждет пока возможности предложить гирлянду Господу Нарасима Хадеву убийце своего отца. И судья, значит, спрашивает у Нираджа Махараджа, он был ответчиком. Нираджа Махараджа на Брахмачари тогда еще... А нет, он с вами уже был. Значит, не судья, а обвинитель, он спрашивает. Мистер Свами, как вы считаете... А, вернее, вот кто изображен на этом портрете? Отвечает, Бог. То есть, мистер Свами, значит, вы говорите, что это ваш Бог. Хорошо. А кто, пожалуйста, скажите мне, на коленях этого Бога? А кто стоит, вот этот маленький мальчик, кто это? Это вот сын, соответственно, того, кто лежит на коленях. А что, значит, в руках этого мальчика? Гирлянда. И что собирается сделать? И что собирается сделать этот мальчик? Предложить гирлянду, надеть гирлянду на Симхадеву. То есть, значит, вы утверждаете, что этот ваш Бог,
убивает отца этого мальчика, а мальчик в благодарность за это предлагает Ильяну вашему богу. И ну, Махарадж пытался вставить слово, он пытался сказать, ну, можно я объясню? А судья говорит, нет, вы должны говорить либо да, либо нет. То есть так все было построено. Вот. То есть, и поэтому ему пришлось, он так все подыграл, что ему пришлось, ну так все устроил, что ему пришлось просто отвечать да, да, да на каждый вопрос. Ну так, потому что оно и было. Вот. Но в конце концов, этот суд, он в пользу, закончится в пользу преданных, потому что в Штатах там такие законы, что религию не судят. Вот. Религия не осуждает, то есть она не подвержена, как это сказать, осуждению, то есть ее не судят. Религию не судят, у них есть такой закон. По Галатбиту не судят? Ну, в Штатах нет. У нас тоже нет, но по Галатбите это, видимо, не относится. Ну, то есть, да, и... То есть, в конце концов, это все ну, было просто закрыто, это дело было закрыто. То есть, суть в том, что ну, нужно понять, то есть, по сути, только преданные могут понять смысл этой истории, этой лилы, вот, понять правильно ее. И да, я еще начал говорить, что у Господа есть жадность. Эта жадность, она в разных проявлениях Господа, она по-разному проявляется. И поэтому, когда Нарсимхадев пришел, он был вот в этом гневе, угранной Симхи. Вот, никто не мог его успокоить. И в конце концов, даже Лакшми не могла его успокоить, потому что Лакшми, она супруга Господа Виши. Господь Нарсимхадев — это Виши. Но она не могла подойти к своему мужу. Я, говорит, никогда таким его не видел. Вот. И поэтому полубоги Брахма он подтолкнул Прохладу. Пожалуйста, он пришел ради тебя успокоить Господа. И Прохлада бесстрашно подошел к Нарсимхадеву. Вот. И только тогда Нарсимхадев увидел Прохлада, он успокоился. И он усадил Прохлада себе на колени. Вот. И заурчал. То есть он очень был доволен Прохладой. Он начал гладить его по голове, вот, и сказал Прохладе, что ты можешь просить у меня любые благословения, какие только пожелаешь. Прохлад сказал, что да, я дам тебе там освобождение, там все что угодно. Прохлад сказал, что я не бизнесмен, я не хочу у тебя ничего просить, я хочу только служить тебе. Он даже сказал, что благослови меня, чтобы я отправился в ад за всех этих грешников. Он попросил за своего отца. За своего отца. Сказал, что пожалуйста, сделай так, чтобы мой отец обрел освобождение. И все хотели успехнуться. Прохлад, что ты такое говоришь? Ты не должен такое благословение просить, тебе нет необходимости его просить, потому что 21 поколение чистого преданного освобождается автоматически. То есть об этом нет необходимости просить Господа. Если вы преданы, то вам не нужно думать о карме рода. Говорится, что Будда Матхикари освобождает 21 поколение своих преданных. Мадхья Матхикари 14. И Каништа Дхикари, даже Каништа Дхикари, просто начинающий преданный, он уже спасает 7 поколений своих родственников. То есть не нужно сильно печься об этом. Просто практиковать преданное служение, этого достаточно. Вот. И Прохлад он сказал, попросил о своем отце, попросил, я готов идти в ад даже. Лишь бы все эти существа в материальном мире не страдали. Вот. И Нарсимхадев сказал ему, что тебе нет необходимости об этом просить, это уже произойдет. И он сказал, ну хорошо, я дам тебе такое благословение, что всякий, кто слушает об этой истории Прохлада Нарсимхадева, обретает преданное служение.
и обретает освобождение, настоящее освобождение. Вот, и таким образом, когда Насипадев дал ему это благословение, и когда Насипадев, он усадил Прохладу на свои колени, он начал гладить его, нюхать его, да, его голову и так далее, то есть с любовью. Он почувствовал в этот момент такое родительское чувство Прохлады. Вот. И родительские вот эти отношения, они двояки. То есть и сын испытывает счастье, да, из-за того, что любовь к отцу, и отец испытывает любовь к сыну. Но говорится, что сын больше наслаждается этими отношениями. Ну, так говорится. Вот. И поэтому Насипадев подумал, как вот я Прохлада испытывает это счастье, да, от этих отношений, а я, у меня нет отца и матери. Моим отцом является, моей матерью является Колонна. И то есть у него вот это желание, эта жажда появилась. Вот, и поэтому он все последующие воплощения Господа, они имели отца и мать. Потом пришел как Господь Рамачандра, да? У него был отец, были матери, у него были очень такие глубокие отношения с родительскими. Вот. И он наслаждался как родительского отца и расы. Вот. Затем Господь Кришна пришел, у него тоже была очень насыщенная отца и расы. Вот эта любовь родительская. Он купался в этой любви родительской. Вот. Сначала с Нандой, Ишодой, потом с Судевой, Девоки. Вот. Но тем не менее, даже когда Господь, даже у Господа Кришны, тем не менее оставалась эта жажда, эта жадность, вот, которая есть у нас у всех, да, но у него вот эта духовная жадность, она у него все равно оставалась. Вот, потому что он не мог испытать тех чувств, как говорится, вначале говорят, читающие там сказано, что Господь Кришна, он не мог испытать, он не мог понять, что испытывает Шримати Радхарани по отношению к нему, и что за красотой он наслаждается, что, какая у него красота, он не мог понять свою красоту, которая приносит ей такое счастье. И также он хотел понять то счастье, которое она испытывает. И он в форме Кришны, он не мог этого понять, поэтому он пришел как Господь Читания, приняв облик Шримати Радхарани, ее настроение. И таким образом удовлетворил вот это свою жадность, свое желание. Вот так происходит. Так что Насипадев благословил Прохлада, что все, кто слушает об этом, обретут спасение и чистое преданное служение. Может быть, вопросы какие-то, дополнения? Насчет постмаса. Насчет постмаса. Ну, чем же вы попадаете в постмас? Пластмасса – это нефть? Пластмасса – это, да, это, по сути, земля. Потому что категория земли – это мир Атона Нового Юха, это земля – это не гумус, который не просто вот… То есть земля – это категория некая, то есть твердого такого вещества, в котором есть все признаки предыдущих веществ. То есть форма, огонь, вернее, форма… Форма, звук, что еще? Ну, запах, естественно. Да, запах присущ только земле. У пластмассы. Подождите пластмассу, вы почувствуете, что у нее есть запах. Ну, то есть это, по сути, тоже земля, просто в такой форме. Я думаю, в ведах ничего не сказано, потому что просто пластмассы можно или нельзя, я не знаю. Вот. Делают.
Вы что думаете? Я спрашиваю. Это следующий вопрос. 15-й была, говорит о ведах, и 16-й идет разделением демонической божественной натуры. И теперь по принятию вед. Асатья Мапатишкам Те Жагат Ахуранишварам. Ну, там описывается, что вед, демон – это тот, кто считает, что у материального мира нет оснований, то есть нет источника, нет, в конечном итоге нет источника Асатья Мапатишкам Те. То есть этот мир, он, ну, как там говорится, то есть нет какого-то источника, нет, то есть он не сам по себе, вот это вот современный демон, да, говорят об этом. Как считал Хироника Шипу, я не знаю, вот, то есть, но о душе он говорил, это факт. Но я думаю, что есть, как это называется, есть первостепенные, да, есть Сварупа Лакшина, есть Татастха Лакшина, демоны. Вот. То есть есть демоны, которые знают веды, и как бы, видимо, они, это относится к Татастхам все-таки Лакшина, к второстепенным признакам. Вот. Но все-таки Сварупа Лакшина — это в том, что демоны не принимают личность Бога, не принимают Господа как личность. Это основной. То есть они враждебно относятся к Господу. Не знаю, как еще ответить на этот вопрос. Может, кто-то сможет дополнить. Нанга Папа. Мне тоже этот вопрос возникал. Есть Господь.
формат, в духовном мире парматмы нет, насколько я слышал. То есть там, там живое существо в своем духовном теле. Вот. Ему не нужна параматма. Параматма она управляет механизмами нашего организма, тела в том числе, чтобы он функционировал. Мы не контролируем же процесс выработки пищеварительных слоков в нашем желудке, вот. Которых уже становится много, потому что... Но, то есть параматма контролирует, а в духовном мире материального тела нет, поэтому там нет нужды параматмы, нет необходимости в параматме. Я много раз был на Тхеване, вот, в храме христианском. Там интересно, он, один батюшка, он одни и те же слова говорит после отпевания. Он говорит коротко, ясно, и даже люди, которых я знал всегда атеистами, они, ну, видимо, с годами начинают очень внимательно слушать его. Да. Ну, как бы даже атеистов это привлекает. И он как бы говорит о том, что после отпевания он говорит, изначально душа была, вечна, она не умирала. Но человек в своей деятельности запутывается и приобретает смертность. И я так не могу передать, как он говорит, но я вижу, что вот это христианское учение, вот то, как священник это понимает, оно никак не идет вразрез вот с тем, что вы сейчас сказали. Точно так же у них все. Христиан точно так же понимают. Я тоже очень много читал Сотис в свое время. Там очень много разных работ, таких книг или работ разных христианских вот этих вот отцов церкви. Вот. И я когда читал, я прям буквально мог сравнивать описание, допустим, Рупа Госвами, Бхактирасамрита Сингху и то, что они пишут. То есть это вот, особенно вот поздние вот разные работы там. Игнатий Печенинов, Иоанн Крести, Сергей Радонежский, и много других. Вот. Да. Душа выходит, когда с параматмой, что ли, выходит, она душой, как она сползает, да? Пока в материальном мире душа, пока душа не достигла отношений своей, как это называется, васту сикхи, пока она не достигла васту сикхи, то есть полного конечного совершенства в своих отношениях с Господом Кришной, она ее будет сопровождать параматмой. То есть пока в материальном мире, вот, нас будет сопровождать параматма. Когда душа уходит из этого мира, параматма, я так понимаю, доводит ее до границ материального мира, я не знаю, я не буду сейчас спекулировать. Но, в общем, в духовном мире параматме нет необходимости. Вот. Но... Помнит о своих преданных в духовном мире.
Романом с размером за большой палец. А? А когда он почему-то большой палец. Я сам. На самом деле мы не можем это понять толком, потому что мы думаем, что реальность она гораздо сложнее, чем нам кажется. Когда мы достигнем необходимого момента, там все откроется, как нам Господь откроет то, что нам нужно увидеть. Не беспокойся. Спасибо. Когда ты на Бабу там кижай, ши, прохладная симхадэ, кинь-джа, шу-пропада, кинь-джа, ур-тема-наде, гадэ-бога.